Друзья, привет! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua, и сегодня на обзоре у нас перевыпуск очень необычной модели из коллекции Собаква. Это дайверская веточка, и конкретно в этой модели водозащита 200 метров. Особенность этих часов, и она, в общем-то, сразу бросается в глаза, это вот эти колпачки, которые закрывают кнопочки. Выглядит это очень необычно. Ну, в этом плане Invicta, конечно, умеет удивить. Давайте сразу же их и внимательнее рассмотрим. Такая прям интересная капсула. Необычная, очень интересная форма у этих часов. Здесь сбоку даже есть и гелевый клапан для стабилизации давления в корпусе часов. Сама по себе модель массивная, в духе Invicta, тяжелая, 376 грамм, корпус и браслет сделаны из нержавеющей стали. Здесь сочетание сатина, зеркальной полировки, и есть даже матовые места. Вот здесь вот этот тубус, он матовый, хотя не знаю, зачем Invicta его делает не зеркальной полировки. Как раз вот это матовое напыление, оно к истиранию очень расположено. Многие переживают по поводу позолоты в Invicta. Что касается позолоты, с ней все хорошо. Вот такие матовые детали, они как раз и могут стираться. Здесь очень сочное сочетание цветов, синий и даже можно сказать такой синий на стыке фиолетового, очень выигрышно смотрится с золотым цветом. Давайте я пройдусь по размерам. По безелю 50 мм, от ушка до ушка 58 мм, здесь, наверное, около 23-22 миллиметра толщина. Посмотрите, какой безель большой. Такие объемные 3D-шные метки. Очень нравится мне дизайн. И циферблат здесь просто обалденный. К сожалению, его сложно показать на камеру, потому что стекло, как линза, оно создает искажение. Стекло здесь минералка. Циферблат, он прям как бассейн, глубоко усажен. Тоже как слоями выложен. Первый слой мозаикой, потом вот вентиль есть. И что интересно, что вот основная секундная стрелка и окошечко прорези для дней недели в таких треугольниках прям реализованы. Здорово смотрится. Безель для фиксации интервала времени под водой. 120 кликов против часовой стрелки. Достаточно тугой, приятный тактильно. Есть люфт заметный. Застежка раскладная с фиксатором. Так, на задней крышке здесь гравировка коллекции Собаква. С отделкой в этих часах все очень даже хорошо. Внутри швейцарский механизм Ronda Z60. Invicta сейчас поголовно использует его практически на всех своих моделях. Здесь простой секундомер хронограф. 30 минут 60 секунд. Тактильно приятные кнопочки. С щелчками все как положено работает. Светонакопитель на стрелках и метках часов. Давайте я покажу. И в принципе по функционалу я все с вами разобрал. Давайте одену часы на свою руку. Размер моего запястья легко позволяет через кулак вдеть. У меня 18,5 размер запястья. И в принципе от ушка до ушка часы замечательно на нем сидят. Все остальное это уже восприятие вами этой модели.
Часы очень недорогие. Ссылки на них я оставляю в описании к этому ролику. Напомню, что у нас только оригинал, гарантия на модели 2 года. На самом деле Invicta с этой моделью за их цену дала просто потрясающий дизайн. Очень необычно эти часы смотрятся. Если вы любите внимание, то вам оно однозначно с этой моделью обеспечено, потому что скорее будут замечать раньше эти часы, чем вас. Часы идут в оригинальной коробочке Invicta. Я уже особо на них не акцентирую внимание, потому что они все, в принципе, идентичны, средненького качества. В принципе, на этом буду заканчивать обзор. Надеюсь, он был полезен, понравился. Также напомню, что ссылки на наши каналы Instagram, Telegram, они в описании. Обязательно подписывайтесь, там некоторые новости и новинки появляются быстрее. На этом все. Не пожалеете пальчики вверх, если обзор был полезным. Друзья, всем хорошего дня. Пока.